Приветствую всех, кто смотрит это видео. Начинаю прогулку с площади Испании, в центре которой находится фонтан Боркаччо. Лодка из белого мрамора – это творение Пьетро Бернини, отца знаменитого Джан Лоренцо Бернини. Если вы еще не знаете, кто это, то в сегодняшнем видео я покажу несколько работ итальянского архитектора и скульптора Бернини. Прогуливаясь от площади Испания по улице Пропаганда, вы выйдете к церкви Сант-Андреа делле Фратте, где находятся ангелы, над которыми работал Бернини. Они были изготовлены специально для моста Святого Ангела, но они были такие прекрасные, что их решили поставить в церкви, укрыв их от непогоды. А на мост сделали копии. Если их рассмотреть, то они, конечно же, отличаются. Если будете в Риме, не поленитесь добраться до церкви Сант-Андреа делле Фратте, чтобы собственными глазами увидеть эти уникальные скульптуры, выполненные великим мастером Бернини. Май месяц в Италии – месяц Мадонны, и поэтому все церкви украшены цветами. В прошлый раз я заходила сюда, ангелы были на реставрации, а сегодня они на своем почетном месте. И, конечно же, посмотрите, какое прекрасное убранство в церкви. Выходя из церкви, обратите внимание на дом напротив. В нем жил мастер Бернини. А планируя поездку, помните, что многие церкви Рима закрываются на обед. Фонтан Треви работает круглые сутки в любую погоду и любой сезон. Удивительно красивая подсветка воды фонтана зазывает туристов прийти сюда вечером или ночью. А для любителей фотографии нужно прийти сюда ранним утром, и тогда вы сможете сделать красивые фото. Но желательно прийти сюда не позднее 8 утра. Если вы хотите сделать фото фонтана с высоты, то на площади находятся магазины. Зайдя туда, поднимитесь на второй этаж магазина, и у вас будет возможность сфотографировать фонтан с высоты. В этом году май в Риме выдался дождливым, но плохая погода не пугает туристов, и они приходят полюбоваться самым красивым и барочным фонтаном Рима. Ну и я, конечно же, останавливаюсь и снимаю для вас несколько кадров. Иногда бывает так, проходишь часто возле какого-либо места, а оно всегда закрыто, а тут иду, дверь приоткрыта. Это церковь 12 апостолов, удивительно красивая церковь. Сейчас здесь идут реставрационные работы, и большая часть церкви без освещения. В следующий раз, когда зайду и будет хорошее освещение, обязательно покажу вам эту церковь и расскажу о ней. Ну а вы, если будете в Риме, не проходите мимо церквей. Там хранятся не только церковные реликвии, но и захоронения известных людей и произведения искусств. Первоначально в этой церкви находилась могила Микеланджело.
Потом остатки великого мастера были перенесены во Флоренцию, где они и находятся по сей день. Время работы церкви. А это уже другая церковь. Сюда я забежала, прячась от дождя. Ну а вы, друзья, запланируйте визит сюда. Это церковь удивительной красоты с объемным потолком, который можно рассмотреть с помощью огромного зеркала, которое стоит в центре зала. И находится эта церковь недалеко от пантеона. Обязательно зайдите сюда, и вы будете поражены этой красотой. Мы находимся на площади рядом с храмом императора Адриана, который был построен на Марсовом поле. Его руины сегодня встроены в обычное римское здание. А от храма до наших дней сохранились лишь 11 колонн высотой 15 метров. А теперь наш путь лежит в пантеон. Узенькая улочка между домов приведет нас к храму всех богов. Самое знаменитое сооружение эпохи Адриана – это, конечно же, пантеон. Я частенько здесь пробегаю и не упускаю возможности еще раз показать вам пантеон и рассказать что-нибудь о нем. На площади находится фонтан с обелиском. Маски у фонтана со всех сторон разные. Из-за того, что площадь имеет небольшой угол наклона, с разных сторон фонтана находится разное количество ступенек. Ну а вода в фонтан до сих пор поступает из римского акведука Аква Вирго. Он же снабжает водой и фонтан Баркаччо на площади Испании, который я показывала вам в начале видео. В пантеоне нет окон. Единственный источник света – это 9-метровое круглое отверстие в вершине купола. В центре пантеона находится огороженное место. Вот в такую дождливую погоду капли воды попадают в пантеон, и через специальное отверстие вода уходит по сточным трубам. В пантеоне погребены выдающиеся итальянцы, такие как король Виктор Эммануил II, Умберто I и королева Маргарита, а потом живописцы. Но первой знаменитостью, похороненной в пантеоне, стал Рафаэль, умерший в 1520 году. На мраморном саркофаге Рафаэля написано «Здесь покоится Рафаэль», при жизни которого Матерь Природа опасалась быть побежденной навек, а после его смерти боялась умереть вместе с ним.
средневековые постройки, увитые плющом. Сохранившиеся и, конечно же, отреставрированные фрески на домах. Все достопримечательности Рима находятся близко друг от друга, и поэтому я советую вам ходить пешком. Только так можно рассмотреть и понять Рим. Никакие панорамные и экскурсионные автобусы по Риму не покажут вам такую красоту. Так что возьмите с собой спортивную обувь в поездку и наслаждайтесь прогулками по Риму. Над входной дверью церкви находится статуя Мадонны с младенцем в скале. Это испанская церковь в Риме Санта-Мария-ди-Монсеррато. Сегодня с группой ФАЙ я иду смотреть еще одну работу Бернини, которая находится в этой церкви. И пока мы добирались до заветной комнаты, где находится еще одна работа мастера Бернини, нам немного рассказали об этой церкви. Эта церковь стоит на руинах двух больниц. Ее финансировали две женщины. И где-то через 200 лет на этом месте решили построить церковь. Проектом церкви занимался Антонио ди Сангало-младший. Внутри церковь очень красивая. А еще в церкви похоронены два папы римских из рода Борджиа – Александр VI и Каллист III. Вот только представьте, в одной гробнице находятся смешанные кости двух пап. Сначала останки пап находились в Ватикане и были заброшены и забыты всеми, пока в 1881 году они не были перевезены в эту церковь. Вот такая участь постигла после смерти самого развратного папы римского Александра VI из испанского рода Борджиа. Немного покажу вам обзор этой церкви, а потом пойдем в заветную комнату. При церкви есть испанский колледж. Так вот, в конференц-зале колледжа находится бюст Монсеньора, над которым работал мастер Бернини. Вообще, в Риме находится самая богатейшая коллекция скульптур Бернини. Вот мы и дошли до заветной комнаты, чтобы полюбоваться еще одной, спрятанной в глубине церкви, работой Бернини. Чтобы насладиться самыми лучшими работами Бернини, я советую вам сходить в галерею Боргези, а потом вы поймете, почему я так часто показываю вам работы Бернини. Их невозможно не любить, они просто поражают и вдохновляют. И есть ощущение, что ко всему в этом городе приложил руку Бернини. Советую всем, приехавшим в Рим, сходить в галерею Боргези. Но билеты надо брать заранее. Это самый труднодоступный музей. Мы прошлись по дворику, а в зданиях, которые находятся во дворике, раньше жили паломники,
которые приходили в Рим. Моя экскурсия по испанской церкви закончилась, я познакомилась с новой работой мастера Бернини и, довольная, пошла дальше. В этот же день в Риме были открыты для посещения дворики, которые обычно закрыты. Из-за дождя я смогла попасть только в два, но, думаю, в следующем году пройду по всем. Я даже купила книгу, в которой рассказывается о загадках и тайнах этих двориков. Снять, конечно, много не удалось, мешал зонтик. Но что сняла, то покажу. Маленькие, уютные средневековые дворики, утопающие в зелени в самом сердце Рима. Один из двориков находится прямо напротив испанской церкви, в которой я была на экскурсии с Фай. Думаю, это место представлять не надо, вы так часто видите его в моих видео, но все-таки для новых подписчиков скажу, что мы находимся в парке римских акведуков, который тянется вдоль улицы Лимония. Парк не туристический. Сюда приезжают люди, которые хотят поглубже познакомиться с историей Рима. Я очень часто здесь замечаю японских туристов. И пока вы смотрите последние кадры нашей сегодняшней прогулки, хочу попрощаться с вами. Хорошего вам дня, друзья мои, добрых новостей и радостных событий. Пусть проблемы легко решаются, дела будут успешными, душа улыбается, а сердце неустанно радуется жизни. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн. До новых видео, друзья, и спасибо вам за просмотр.